Сейчас 9:18, и мы спускаемся в подвал, где дверь открылась сама. Дай знак, что хочешь войти с нами в контакт. Ничего. Так кто вы такие? Охотники за привидениями, исследователи паранормального. Но мы предпочитаем, чтобы нас звали просто Эд и Лоррейн Уоррен. Эта женщина хочет поговорить с вами. В моем доме происходит что-то ужасное. Что? 1 ноября 71 года. Я нахожусь рядом с Каролайн Перрон, которая вместе с членами своей семьи стала свидетелем сверхъестественных явлений. Чувствуешь что-нибудь? Здесь произошло что-то ужасное, Эд. Что с тобой? Все, что Лоррейн видит, чувствует, трогает, не проходит для нее бесследно. Оно оставляет рану. У вас здесь очень много духов. Но меня беспокоит только один, потому что он из всех самый озлобленный. Смотри, что она заставила меня сделать. Нужно убираться отсюда. Это не поможет. Этот дух привязал себя к вашей семье. Мы никогда не встречали ничего подобного. Нет, я не могу потерять тебя. Я пойду с тобой. Лоррейн! В своих снах я вижу женщину в грязной ночной рубашке. Она стоит перед кроватью моей мамы. Хотите увидеть его? Да. Когда музыка остановится, в зеркале вы увидите, как он стоит позади вас.